Приветствуем вас на видео про установку ноды Prism. Устанавливать будем на операционную систему семейства Linux. Первым делом перейдем к аренде сервера. В нашем случае это будет сервис VDS Sina. Он достаточно прост и понятен интуитивно. Нам необходимо зарегистрироваться. Вводим свой e-mail адрес и дожидаемся сообщения с паролем. Сообщение приходит в течение 5 минут. Заходим на сервис, используя данный пароль. Он одноразовый, поэтому нам сразу предлагают создать свой. Затем приходит следующее сообщение с ссылкой активатором. Далее необходимо пополнить баланс. Списание происходит посуточно, поэтому для тестов будет достаточно небольшой суммы. Выбираем удобный нам способ оплаты. Зачисление происходит мгновенно. Создаем наш сервер. Операционная система Ubuntu версии 20. Тип сервера выбираете на свое усмотрение. Но для ноды достаточно царь сервера на базе процессоров Intel. По характеристикам минимально 2 ядра, 6 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ скоростного хранилища. Если вам когда-то не хватит, можете увеличить эти характеристики на уже созданном сервере. Выбираем местоположение сервера и убираем функцию резервной копии. Справа видим стоимость сервера в день. Ждем минуту, пока сервер создастся. Перейдем к установке. Повторить данные действия вы можете на любом удобном вам терминале. Мы же используем программу MobaXTerm портативной версии. Качаем, разархивируем и запускаем. Вводим данные удаленного доступа. IP-адрес, имя пользователя и ключ доступа. Их прислали нам на e-mail после создания сервера. При вводе пароля он не отображается в терминале. Вставить его вы можете правой кнопкой мыши или горячими клавишами Ctrl плюс V или Shift плюс Insert. При подключении сервера нам предлагают ввести мастер-пароль. Опции ввода данного пароля выбирайте на свой вкус. В данном случае мастер-пароль будет запрашивать только на новом устройстве. Справа текстовый документ со всеми необходимыми командами для удобства, понимания и ускорения процесса. Данные команды будут под видео. Слева от терминала находится файловое окно. Каталог root выбирается по умолчанию, в него мы и будем устанавливать. Первым действием мы запускаем обновление системы. Нода Prism работает на 8 версии Java. Ее и устанавливаем для данной команды. Первоисточник команды – официальный сайт Oracle. Подтверждаем установку и дожидаемся окончания. После окончания установки проверяем версию. Если вместо версии получаем «не найдено», повторите установку. Такое бывает, так как установка происходит с удаленного сервера. Если все прошло успешно, перезагружаем сервер командой reboot и жмем R. Далее нам необходимо скачать ноду Prism. Для этого существует специальная команда. Она скачивает файл по ссылке в указанную директорию. Ссылка берется в репозитории GitHub. Жмем правой кнопкой мыши и копируем адрес. Вставляем все в терминал и скачиваем.
После скачивания устанавливаем соответствующей командой и полным именем файла. В файловом окне переходим в папку с конфигурациями ноды. Открываем файл Prism Default Properties в любом удобном текстовом редакторе и меняем параметры, как на видео. Рекомендуем делать через поиск строки, так быстрее и проще. Первым параметром прописываем IP-адрес сервера. Напоминаю, что его прислали на почту. Следующие два параметра – это порты доступа. Можете оставить как есть, но рекомендую сменить на произвольное четырехзначное число. Если у вас на сервере стоит SSL – сертификат безопасности, используйте порты вашего сертификата. Меняем IP-доступ, чтобы можно было подключиться к ноде извне. Устанавливаем админ-пароль на ноду. Это можно сделать и в самой ноде позже, но раз мы уже в настройках, установим сейчас. Последним параметром устанавливаем значение false. Это позволит ноде видеть структуру. Жмем Ctrl плюс S, и ваш файл сохраняется. Подтверждаем замену, и файл перезаписывается на сервере. Нам необходимо в терминале перейти в каталог, из которого будем запускать ноду. Путь всегда можно посмотреть в файловом окне. Прописываем команду на запуск ноды в фоновом режиме. Нода запущена. Проверяем результат. Для этого нам необходимо перейти из браузера по ссылке. Ссылка состоит из IP-адреса, порта, указанными нами в конфигурациях, и индекс HTML файла. Браузер выдает нам оповещение, что подключение не защищено. Это из-за отсутствия SSL-сертификата. Жмем «Дополнительно», переходим на сайт. Наша нода работает. Можно зайти и скачать базу естественным путем. А мы покажем, как поставить слепок базы с GitHub. Для установки базы нам необходимо остановить ноду. Для этого прописываем top и смотрим ID процесса. Остановить обновление данной команды можно сочетанием клавиш Ctrl плюс C. Далее прописываем команду kill. Ставим пробел и пишем ID процесса. Проверяем и ждем, пока остановится. Качаем базу данных с GitHub. Ссылку также можно взять в репозитории, нажав правой кнопкой мыши и скопировав адрес. Скачивание занимает некоторое время, но с учетом сервера это примерно 5 минут. Далее нам необходимо разархивировать базу. Для этого устанавливаем утилиту unzip данной командой. После прописываем команду unzip и имя нашего файла. Так как этот каталог и файлы уже есть, нам будет высвечиваться уведомление. Пишем «А». В данном случае это заменить все. Распаковка займет время. Не пугайтесь, что процесс завис. Исходный файл нам больше не понадобится. Опять запускаем ноду и проверяем.
видим, что загрузка идет крайних блоков, но это зависит от даты слепка на GitHub. Через пару минут нода полностью готова. На этом установка окончена. Спасибо за внимание. Всегда с вами команда продвижения Prism.